скорее священная корова. Это Нанди, привратник Шивы. Наверняка там вход в древнюю столицу. Акведук открыл путь. Ага. Черт, Асаф уже туда заходит. Ну так давай спускаться скорей. Нет. В смысле нет? Сэм Дрейк. Его эксперт — это Сэм Дрейк. Да. Черт. А знаешь, это хорошо. Убью сразу двух зайцев. Надин. Что? Что? Ну, короче, по факту, мы тут из-за Сэма. Надеюсь, ты шутишь. Так получилось. Сэм пошел разведать для меня... Твою мать! ...насчет диска. И не вернулся, а я не могла ты его бросить. Ты втянула меня, и... несмотря на мою историю с Дрейком. Твоя история с Асавом интересовала меня больше. Можешь от души, если хочешь. О, я могу. Знаешь что, Надин? Это ничего не меняет. Ты получишь свою половину. Да? Или вы с Сэмом первым делом меня бортанете? Нет, это не в моих правилах. Именно это в правилах твоей породы. А я тебе поверила. Слушай. Я хотела сказать тебе про Сэма. Я просто ждала подходящего момента. Ничего. Я пешочком прогуляюсь. Черт. Надо идти за ней. Вот она, награда за честность. Удар в челюсть. Ну, до Нанди не так далеко. Есть обезболивающее. Но аптечка, конечно, осталась в джипе. Хоть не уронила достоинства. Я поняла тебя, Вселенная.
Так попробуем. Отлично. Вот так. Это по-нашему. Вляпалась по уши. Доберусь до нее. Залог мне уже не вернули. Их там не видно? Пока нет. Смотри внимательно! Наверняка где-то спрятали! Пешком далеко уйти не могли. Самый раз для броневика.
кто-нибудь нашел? Отвечай. Делать, пока тут эти гады. Один, все, путь чист. Держись, я сейчас. Тебе помочь? Ну вот. Не
за что. Ты врала мне в глаза. Я не врала. Я просто умолчала про Сэма. Охренеть. Асаф нас обходит. Нам нужно спешить. Нам? Вот черт. Слушай, я... Говори уже. Ладно, раскроем карты. Ты мне нужна. Раньше надо было думать. Без меня ты Биви не найдешь. Но облажалась я. Да. Это типа извинения? Если это успокоит твои нервы, то да. Слушай, нам обеим тут есть что потерять. Разве нет? Имей в виду. Для меня главное Бивень. Не Сэм Дрейк. И уж точно не ты. Как скажешь. Что ты делаешь? Заметаю следы. Ха, хорошая мысль. Ого, что это? Ну а на что это похоже? Что они такое делают? Пытаются срезать. Лопни мои глаза. Ух ты. Короли повели своих людей в эти туннели. Что? Мы нашли не вход. Мы нашли заднюю дверь. Похоже, ступенчатый колодец. Ты не слушаешь. Слышишь? Теперь да. Извините. Что это? Не знаю, но это близко. Девочка.